Занятия проходят 3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы быть в отличной форме. Сперва ходьба по кругу, потом упражнения на руки, ноги, суставы, растяжка, упражнения для спины и пресса. Настоящая физкультура, да и тренер – профессионал. Кажется, эти женщины что-то знают. Их желание жить и действовать просто поражает. Летом, в садово-огородный сезон, они работают на земле, чтобы прокормить не только себя, но и всех своих детей и внуков. А в осенне-весенний период занимаются здесь, чтобы не потерять форму. И вот такие необременительные мероприятия, гимнастика с палочками, с гантелями, конечно, сказываются на нашем здоровье. Мы меньше болеем, меньше обращаемся в больницу. Спортивная группа для пенсионеров была сформирована в 2010 году. Сейчас в ней занимаются более 40 человек. И с каждым годом список любителей здорового образа жизни пополняется новыми участниками. Я хожу сюда с 11 года. И вот столько лет, и мне очень нравится. Я чувствую, что мне лучше, позитивно на себя чувствую. Я себя чувствую в тонусе. Как сарафанное радио работает, говорят, рассказывают, приводят своих подруг, родственников, знакомых. Поэтому уже у нас тут все близкие, уже почти родные, все друг друга знают. Самое главное, что физкультурой можно заниматься недалеко от дома и совершенно бесплатно. Вступить в ряды активных пенсионеров очень просто. Подробную информацию можно узнать на вахте физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, «Десна ТВ».